Липофилинг – это очень хорошая процедура для восстановления контуров лица, для придания таких былых молодых объемов. Жир, он универсален в основном тем, что, во-первых, это природный материал, да, каждого конкретного пациента. Он является абсолютно безопасным, то есть он полностью приживляется, он не вызывает никаких побочных эффектов, которые могут быть при использовании других каких-то филлеров. Поэтому, поскольку это собственный материал, он является универсальным и самым лучшим филлером. Другим его преимуществом является то, что жир является более, скажем так, постоянным в плане результата. Считается, что результат после липофиллинга сохраняется в течение нескольких лет. Однако надо понимать, что эта процедура, она может потребовать коррекции. То есть во время введения жира, ну, порядка 30% от введенного количества все равно растворяется, да, то есть в любом случае где-то в течение первых полутора месяцев вот эти объемы восстановленные, они уменьшатся. Ну и, соответственно, для того, чтобы добавить, да, или все-таки там добиться нужного эффекта, нужны бывают коррекции. У кого-то одна, кому-то две, кому-то вообще не нужно. То есть вот, наверное, это самые основные достоинства.